Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Из-за уголовного дела о взятках в администрации Кирово-Чепецка пройдет проверка. Внутреннюю проверку поручила провести глава города Елена Савина. По ее итогам могут быть приняты кадровые и организационные решения, рассказала чиновница порталу «Город ЧЕМ». Напомню, недавно одного из сотрудников Кирово-Чепецкой администрации поймали на взятках. По версии следствия, обвиняемый неоднократно получал деньги от представителя одной из компаний, при этом действовал в ее интересах. Общая сумма взяток составила 130 тысяч рублей. Программа «Экономика». Торговые сети в Кировской области продолжают вытеснять малый бизнес. Введенные из-за коронавируса ограничения, как сообщает Кировстат, сильно повлияли на структуру розничной торговли и усугубили тенденцию последнего десятилетия, когда крупный бизнес вытесняет малый. За 2020 год, по данным ведомства, в Кирове стало на 4% меньше маленьких магазинов у дома. Доля малого бизнеса в обороте розничной торговли в регионе стала составлять 40%. При этом значительно из-за коронавируса вырос сегмент интернет. В 2020 году кировчане совершили в 2,5 раза больше покупок в сети, чем годом ранее. Экономика на 101 FM. В Кирове продают здание популярного кафе. Помещения на улице Свободы, 11, которые арендует СПК «Восток», выставлены на продажу за 42 миллиона рублей. Объявление появилось на Авито. Сообщается, что с действующим арендатором заключен договор на 10 лет. При этом есть возможность дополнительно сдать 400 квадратов в подвале. Доходность, по словам владельца, 8,5% годовых. Ранее отмечу, на продажу были также выставлены помещения, в которых расположены другие заведения СПК. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля 51 копейка, евро 87,79. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.